Здравствуйте, сэр. Кто это? Я из Майкрософта, и ваш компьютер заражен вирусом. У меня Mac. Сынок, позволь мне подключиться к твоему ПК и вылечить вирус. Покажи удостоверение. Вот еще доказательство. Хм. Все равно не хочу, чтобы ты подключался. Почему нет? Потому что... Слушай, это просто вирус, починю за 2 минуты. Хех. Все равно не доверяю тебе. Слушай, сынок, ты в опасности, большой опасности, послушай. Нет. Я из Майкрософта. Чел, даже если ты говоришь правду, мой ПК работает нормально, мне не нужна твоя помощь. Нет. Да. Нет. Да. Просто скачай это. Криптолокер? Это антивирус, качай же сейчас, или ты пожалеешь. Я не буду это качать. Ладно. У тебя есть онлайн-банк? Что? Просто интересно. Подозрительно. Понимаешь, вирус атакует твой банк и приумножает деньги. Вообще-то звучит очень неплохо. Нет, очень плохо. Поверь мне, деньги — это плохо. Я по уши в долгах. Уже не важно, слишком поздно. М? Зайди в свой банк. Федеральный резерв Соединенных Штатов. Хацкер! Хацкер! Почему здесь ФБР? Сынок, я предупреждал. Это вирус. Что мне делать? Кстати, хватит звать меня сынок. Спокойно, сын, я знаю выход, но тебе нужно меня выслушать. Быстрее, они уже стучатся. Окей, сын, слушай внимательно. Я слушаю! Какого? Шаг первый, нажми на ссылку. Что там? Амазон. Амазон? Они могут избавиться от ФБР? Хм, да, сэр. Тебе нужно зайти на сайт и купить подарочную карту на $2000. Я нищеброд. Не-не-не, ты только что получил 3 миллиона от государства. А, да, сейчас сделаю. Готово. Отлично, мой юный падаван. Очень хорошо. А сейчас последний шаг. Ок, давай быстрее, у меня нет времени. Дверь долго не выдержит. Ок, ок. Последний шаг. Есть подарочная карта, да? Да. Отправь мне код. Это развод? Сын мой. Мой возлюбленный сын. Что я тебе говорил? Я из Майкрософта. И? Хорошо, отец. Я доверяю тебе. Эй, куда ты делся? А? Они ушли, сын. ФБР ушли. Их больше нет. Не может быть. Чекай новости. Скитла клонировали. Кот подкупает ФБР за $2000. О боже, спасибо. Теперь плати. А? Я спас тебя. Ты мне должен. Сколько? $1,600,000. Хорошая попытка. Выхода нет! Хе-хе.